первая связь, я был на самом деле в шоке. Два раза меня выключило. Я чуть не заснул, потому что настолько много информации, которая мне сначала непонятна, потом на второй раз заснул, потому что она была понятна. Вот. Я даю обратную связь пока Максу, он меня записывает. А потом я был в восхищении, потому что настолько глубокий анализ, глубокий подход, не просто так сплыл жар. Ну, вам тут лого надо поменять, короче. А тут вот это нужно сделать. Тут и структура, и... Получается, кто чем занимается, и функции, и так далее, и тому подобное. Очень много, и кайфово то, что ребята с таким подходом, глубиной, это называется, скажем так, клиент ожидает одно, а это с превышением ожиданий. Это очень круто, Макс, ты красавчик. Круто, спасибо, Артем. Сов, да, ты в прямом эфире. София сейчас в Грузии. Ясно, спасибо огромное. Очень много информации, прям хочется углубиться в каждый пункт презентации, вот, потому что все полезно. Я думаю, что это точно не одного дня. Спасибо большое, Макс, прям то, что я и ожидала. Так сказать, даже ты превысил все ожидания. Я знала, что это будет классно, здорово, информативно и полезно для Артема. Так что, Артем, тебя прилагается тоже. Да, я могу сказать в свою очередь, что благодаря вот этому человеку, который сейчас в Грузии, я с вот этим человеком повстречался. Мы повстречались на Тони, но по факту она явилась тем человеком, которая дала ключевое решение для привлечения вот Макса. Вот еще кто. И вот Натыя. Привет, привет, девочки. Я не слушала, к сожалению, но я все послушаю. Хорошо. Можно ли, если такая возможность, там, в течение следующего дня, там, 2 дней, задать еще вопросы какие-то? Да, конечно. Да? Отлично, прекрасно. У нас будет возможность просто сесть и углубиться во все это. Спасибо. Вот, так что мы довольны. Мне понравилось. Это красиво. Девочки довольны. По поводу...